Перед нами Infiniti QX56. В данный автомобиль мы установили систему 08 IT Clarion. Производство Япония. Также мы установили видеорегистратор, напоминающий по своей форме штатное зеркало заднего вида, что может защитить вас от хулиганов. Записывает Full HD. Можем наблюдать, что висящих проводов нет. В нашей компании был разработан контроллер, позволяющий устанавливать данную систему в автомобиле с 2003 года. Все кнопки соответствуют своему назначению. Установлены самые последние карты, разработанные нашей компанией. Также присутствует Bluetooth Hands Free для разговоров по громкой связи. Пользователи, которые обновили свои гаджеты до последней версии персонального обеспечения, а именно это iOS или Android, могут столкнуться с проблемой, не совершается соединение с штатным головным устройством, или же соединяется, но при звонке шумы в колонках и так далее. Мы эту проблему полностью исправили и уже устанавливаем корректные прошивки. Также присутствует Bluetooth Audio для воспроизведения музыкальных файлов с телефона по Bluetooth. Также был выведен USB вход, установили мы его в подлокотник. Данная система воспроизводит как и аудиофайлы, так и видео. Видео в формате DVX. В комплектации данного автомобиля входил задний потолочный монитор. Мы его заменили на нештатный в высоком разрешении. Можем наблюдать, что картинка заднего потолочного монитора полностью повторяет изображение с переднего. Также по желанию клиента мы установили мультимедийное устройство, воспроизводящее как и с USB носителей, так и с дисков. Изображение полностью выводится на задний потолочный монитор. Также были установлены видеопарктроники и заменена камера заднего вида. При включении задней передачи мы можем наблюдать расстояние до препятствия и парковочной линии. Работу выполняла компания xanavi.ru, Санкт-Петербург. Спасибо за внимание.